Видное в снегу и летом. Такие знакомые всем уютные улочки, достопримечательности. На стенах центральной библиотеки заботливо развешаны более 40 фоторабот. Из недавно открывшейся экспозиции «Малая родина. Глазами детей». Авторы снимков – ребята из фотокружка «Инициатива» при МБУ «Энергия». Коллаборация учреждений культуры, такое вот тесное сотрудничество, оно всегда дает какие-то ростки и выливается вот в такие проекты интересные. Свежий и непосредственный взгляд детей и подростков на родной город, на людей, которые их окружают. Ребята снимают на телефон и на профессиональную камеру, а обработку берет на себя фотохудожник Владимир Панов. Уже более 4 лет он в кружке «Инициатива» учит юных видновчан искусству фотографии. И работа эта очень интересная, ведь детские глаза часто видят совершенно по-особенному. Взрослый взгляд, он достаточно технический, такой геометрический. А детский взгляд, он в основном все-таки ловит момент эмоций, чувства, необычность. И это самое главное, чтобы дети умели видеть чувство прекрасного, необычность, красоту. Нестандартность. Любимый жанр Максимилиана Колесника – портреты. А еще он с удовольствием снимает природу и животных. Фотографов всего 8, но к делу мальчик подходит основательно. Надо поймать какой-то кадр красивый и фотоаппарат надо ровно держать. И там есть такая специальная ниточка, которая держит, чтобы фотоаппарат не упал, и фоткаешь. Издалека представленное фото выглядит как картина, и это отличная возможность по-новому посмотреть на наш город. Мы порой ходим и не замечаем даже вокруг нас эту красоту, но дети, видите, как хорошо взяли и занялись таким прекрасным делом фотографировать наши достопримечательности города. Выставка продлится еще целый месяц, а всех желающих учиться фотографировать в сентябре ждут в кружке «Инициатива». Занятия бесплатные. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.